В Тюмени определяют состав участников поискового сезона. Накануне бойцы школьных и студенческих отрядов региона прошли итоговое тестирование в школе поисковика. Им нужно было ответить на 240 вопросов. Многие из них касались истории Великой Отечественной войны, Тюменской области и знаний по оказанию первой медпомощи. По итогам тестирования станет известно, кто из бойцов поисковых отрядов примет участие в экспедиции. Уже в начале февраля на совете командиров, это традиционное наше мероприятие, мы подведем итоги электронного тестирования и выдадим сертификаты на право участия в экспедиции поисковых отрядов сезона 21.